Здравствуйте, дорогие зрители. Следующий гайд по подземелью Тайшаньфу находится в Лиюе. Вот здесь вот. Разблокировать его на самом деле очень сложно. Если он у нас уже не разблокирован еще, то обязательно посмотрите мои видео на канале. Я показывал уже в одном из видео, как это сделать. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь фармится. Довольно интересное подземелье, потому что тут доступны ресурсы для повышения талантов. И поэтому фармить его вам предстоит очень часто. И сейчас я покажу, как это можно будет сделать. Поехали. Будем проходить, естественно, на последнем уровне сложности. Здесь потребуется вам три вида стихий: вода, электро и крио. Тлеющее пламя — это эффект элемента пира, который наносит персонажам продолжительный урон. Для его отмены используйте элементную реакцию. Ну, короче, вы поняли, да? То есть основные персонажи, которые вам должны в пачке, это вот эти ребята. Ну, у меня, в принципе, плюс-минус подходящий состав. На всякий случай Беннета взял для того, чтобы можно было бы вылечиться. Так, ну что, давайте посмотрим. Начнем с Яймико. Кто у нас тут будет? Так, 8 минут. Так это одно из моих любимых, ребят, подземок. Потому что оно фармится довольно легко моей пачкой основной. Это делается вот так. Вот сейчас появится два... друга. Да, это они. Поехали. Один будет, кстати, по-моему, невидимость получается, а? Есть, есть, есть. Успел? Отлично. Так, этот сразу отлетает, смотрите. Очень часто в свое время фармил это подземелье, потому что он фармится, тем более, оно важное, да, одно из причин, естественно. Но, конечно, фармится очень легко. За 51 секунду. Моя пачка справилась. Ну, давайте возьмем тогда, естественно, награды. Я с удовольствием хочу их получить. Они еще пригодятся мне, с учетом того, что я только что прошел подземку. Так, ладно, скажем так, неплохо. На этом, в принципе, видео закончено. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик, смотреть мои видео до конца, а также подписываться на канал Дзен и Рутюб. Увидимся, ребят. Ссылочка, кстати, будет в описании к этому видео. Пока-пока.